Привет, друзья! Хочу такой коротенький ролик снять с названием «Как не надо метить маток» или «На старуху бывает проруха». Вот не первый день, не первый год мечу маток. И вот плодная маточка сеет, вот это все засеяно. Вверху медовая подковочка. Это нуклеусы трехрамочные. Все засеяно, все классно. И вот буквально пару дней назад я думал, маточка пропала. Ну, только что проверял, смотрю, маточка есть. По поводу, как не надо метить. Вот маркер мой подвел. Просто в один прекрасный момент, когда уже практически пометил матку, почему-то с маркера просто как-то откуда ни возьмись, просто бедная маточка, на нее, на головку, на грудку попала целая клякса. Смотрите, залил и глазки ей бедненькой. Сейчас, чтобы руки не тряслись. Залил все, крылышко, грудочку. Камера не фокусируется, так как пчелки лазят. Смотрите, залил всю свою маточку. Маточка хорошая, плодненная, свеженькая этого года. Но теперь не знаю, что с ней делать. Ну что ж, буду, пускай работает, будет сеять. Сеет она неплохо, вижу по нуклеусу, что сеет она неплохо. Но вот это, вот, залил все. И голову, и грудку, и на крыло там попало. Она, когда ее залил, она с перепугу порхнула вверх и улетела. Я думал, все, как бы она пропадет, потому что, ну, залил конкретно. Ну, только что решил проверить, смотрю, она ходит и сеет. Ходит, вернулась она в свою семью, в свой отводочек, в свой нуклеус. Но бедненькая пострадала. Так что метки — это хорошо, всегда видно матку. Ну вот что, и есть минусы с этими маркерами. Они иногда то сохнут, приходится их стряхивать постоянно, то заливают маточку. Вот смотрите, если бы ее вообще так снять. Ну ничего. Так что не надо так метить маток, как я вот это пометил. Сейчас каждая матка на счету, молодые матки, и транжирить вот так не очень хотелось бы. Ну ничего, маточка сеет, сеет она неплохо, несмотря на то, что я залил ее, покалечил. Это, грубо говоря, или мягко говоря, это я ее покалечил. Это моя вина. Жалко мне ее. Ну ничего, это не первая матка, которая бывает всякая. Бывает и придавишь, бывает и слетают матки, улетают, бывает и заливаются. Все бывает. Еще раз. Вот так я пометил маточку. Хотел сразу сказать, вот так я мечу маток, но так я маток не мечу. Бывают разные кляксы, и бывает удачно, бывает неудачно, бывает на крыло попадает. Ну ничего. Вот такой ролик, как не надо метить маток, или на старуху бывает проруха. Что еще этот ролик несет в себе? Это то, что когда вы замазали матку, вот как я, не обязательно ее давить. Она еще вам может послужить долгое время. Тем более бывает, что пчелки чистят, срезают. Ну, в моем случае они не почистят ее, потому что головка залитая. И между головкой и грудкой все залито, так сказать, шея. Ну, жалко. Мне вот в таком случае мне очень жалко. Это какая-то такая не очень хорошая ситуация. Но ничего, пускай меня пчелки простят. И маточка тоже. Ставим все это на место. Вот нуки. Нуки Дениса Фадеева и Алексея Фролова. Классные нуки. Очень ими доволен. Уже матки я от них позабирал первые. Ну, в этом отводочке не забирал, потому что залил. Будет она работать у меня. Посмотрю. Все, друзья.
Спасибо за просмотр. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.